Стихотворение «Власть обиженных» по одноименной заметке в интернете. Анна Повель. Кто видел, как страдает человек обиженный? Как велико мучение его души, ведь никого вовек не обижали так. Он в огорчении. Как ему плохо! Если б это знал его обидчик, он бы извинился и от вины пред ним такой страдал и навсегда в тот миг бы изменился. В бессилии обиженный, ведь он стал жертвой незаслуженно, невинный. В себе замкнулся тяжкий вздох и стон, лишь издает совсем не соловьиный. Не изменить ему хоть что-нибудь, приносит эта мысль ему мучение, как боль обиды той пронзает грудь, и в сердце уже зреют мысли мщения. Обиженный страдает, жертва он. Но что хранит в себе его обида? Посмотрим на нее со всех сторон. Страдает он, быть может, и для вида. Обидчик должен знать, он виноват в страданиях обиженного, в боли, что причинил ему, и даже рад обиженный такой вот своей доли. Пусть чувствует и угождать начнет ему, обиженному, вскоре. Теперь на троне он и будет ждать. Обидчик перед ним разделит море. Обиженный растет в своих глазах и, упиваясь правильностью, верит. Прийти обидчик должен бы в слезах, и взглядом он своим его измерит. Он в мыслях казни все переберет, томиться должен, кто его обидел, так, чтобы знал на много лет вперед и своих действий результат предвидел. Обиженный твердит себе: «Я прав, а этот мир неправильно устроен, у всех вокруг меня негодный нрав, и уважения только я достоин». Не думает обиженный о том, что сильно духом гордости повязан. Увы, совсем другого мнения он, ведь это мир себя менять обязан. И ждет обиженный, что кто-то даст и принесет к нему, и извинится, и руку помощи всегда подаст. Ему же властью надо насладиться. Но если не сработает, то он обидится на всех еще сильнее, не понимает сам, как он смешон, а вот душе его еще больнее. Всем говорит: «Работу над собой я провожу, но очень осторожно, а мир вокруг меня такой же злой, холодный, равнодушный и безбожный. Не повернулся мир ко мне лицом, не полюбил меня, но я достоин. Ни добрым не назвал, ни молодцом, хоть смелый я за правду Божью воин». Обиженный не знает, что врата к сердцам людей обидой недоступны. Нужны смирение, кротость, доброта, а зло, обида, месть весьма преступны. Так хочется обиженным любви, тепла людских сердец и сострадания, но боль и непрощение внутри приносят им и день, и ночь страдания. Нет, нелегко избавиться самим от этих качеств пагубных, опасных. Им покаяние акт необходим, а слезы покаяния прекрасны.
Господь научит в кротости молчать, терпеть научит, чтоб не обижаться, в смирении знать дерзость отвечать, научит, как его путей держаться. Работать надо будет над собой, признаться, что любовь не так берется, что выиграть такой тяжелый бой, поплакать, может быть, еще не раз придется. Признать себя неправым стоит сил, признать другого правым — шаг к победе. Свой крест Христос не на груди носил, а на Голгофу нес, был к смерти веден. Быв умерщвлен по плоти, вновь восстал. Там, умирая, всех прощал с любовью, чтобы обиженный с ним сильным стал. Всех убелил Христос своею кровью. Кто верой жертву примет, будет жить, вовеки жить, Христу оставшись верным. Но даром этим нужно дорожить и от обид хранить себя, от скверны. Учиться надо будет день и ночь у Господа и пребывать в молитве. Он даст покой и силы превозмочь свое большое «Я» в духовной битве. Ему хвала, Спасителю Христу, и за любовь, и за его терпение, чтоб пригвоздить себя, дав ко Христу, он умер и воскрес нам во спасение.